Свежие фрукты и овощи, молочные изделия, крупы, мясо, рыбу, мед и сладости привезут в Астану из Кызылорды. Около 400 тонн продуктов производители собираются продать на ярмарке. Она откроется в эту субботу возле Дворца школьников по проспекту Бауржана-Мамушылы и продлится два дня. В честь 25-летия независимости страны каждую неделю в Астане будут проходить Дни регионов. Планируются также концерты и выставки. Например, в столичной библиотеке представят произведения писателей и поэтов области. На конгресс-холл Мединис Сарайнда. 3 сентября в конгресс-холле мы проведем выставку кызылординских художников. Также пройдет фотовыставка, посвященная достижениям региона за годы независимости. Там же пройдет торжественный концерт. В целом мы готовы предложить жителям столицы множество различных культурных мероприятий.